Красноярский край, Антону 21 год, мастер спорта. Победитель первенства России 2021-2023 годов. Тренируется под руководством Александра Цычкова, представляет школу Олимпийского резерва имени Сайти, город Красноярск. Два. На ковре Константин Копров синего угла зарабатывает 2 балла. Провел еще накат. Дополнительно зарабатывает 2 балла. Счет 4-0. Прошло чуть меньше минуты этой схватки. Так, зарабатывает 1 балл Борис Красного угла, Румянцев. Так, атакует Румянцев. Упор головой где? Так. То ли менится, то ли проход ноги постарался провести Румянцев. Срыв. Счет 4-1. 4-1. Счет 4-1. Так. Так отойди в сторону, вот там смотри. Его не видно, вы не закрыли. Отойди в сторону. А тот стал здесь. Да вон туда отойди. Его не видно, вы его закрыли. Кто судья, кто этот. Так, счет 10-0 в пользу борца синего угла Константина Копрнова. До окончания первого периода остается 16 секунд. Уверенно эту схватку ведет Константин Копрнов. Так, перерыв. При счете 10-1 борцы уходят на перерыв. 30 секунд. Истекает время отдыха. Ну давай, Сентон. Борцы подходят к середине ковра. И схватка продолжается. Попытка прохода в ноги Румянцева. Так, чтобы досрочно выиграть эту схватку, Константину Копрнову нужно заработать еще 1 балл.
Красивым броском. Четыре. Зарабатывает 4 балла, тем самым ставит точку в этой схватке.